На днях в Магнитогорск пришло радостное известие. Директору лицея Александру Леонидовичу Савицкому присвоено почетное звание академика Российской академии педагогических наук. Я так люблю, я так люблю. Нет сил расстаться мне с твоей красою и нежностью, и добротою. Нет сил расстаться мне с твоей судьбою. Не удивляйтесь. Человек в звании академика имеет право на публичное выступление в эфире. Тем более, что слова к этому романсу написаны Александром Леонидовичем на музыку Георгия Свиридова. Как-то вот непривычно, понимаете, вот академик для меня это человек действительно с седой бородой, в ермолочке, а вы полон энергии, сил, идей, генератор идей. Но все-таки большинство работ проводят и в советскую пору, и в сегодняшний, и в сегодняшнем дне все-таки ученые без ермолок и без бород, поскольку все-таки наука, она требует достаточно кипучей энергии от деятелей науки. Ну, вопрос, наверное, не по адресату, но все равно лучше-то вас никто не знает. За что дали звание академика вам? Должен признаться, что это ученое звание я получил с большим трудом, поскольку была мандатная комиссия, потом президиум. И везде вставал вопрос, значит, как избирать человека, который не имеет докторской степени. Но, тем не менее, это состоялось. Это состоялось, сделано было исключение из правил. Вот. И если, так сказать, говорить за что, мне кажется, все-таки за то, мне выпала такая честь за то, что я просто люблю детей. В ближайшее время выйдет в свет книга по электрическим машинам. Это моя, в общем-то, избранная специальность. Затем выйдет книга по теории относительности. Вот. И также будут выйдет ряд книг, например, «Песни уральских станиц». Это то, что мы собирали, сейчас обрабатывается первый сборник из большого числа сборников.